День добрый, друзья мои дорогие! А вот и мой гость, мой утренний гость. Я работаю в саду, а он гуляет по лужайке вместе со мной. Почти не боится этот голубь у нас. Одинокий, потерял свою подружку или друга. И в течение длительного времени прилетает к нам один. Но каждое утро он прилетает вот на эту грушу. Я на балконе сижу, а он на веточке. Я спустилась сейчас вниз с цветами, а он на лужайку. Долгое время они проживали, а сейчас он живет вот в этих наших больших елях. Гуляли всегда вдвоем. А вот в конце зимы, начало весны, мы видим его все время одного. И он гуляет себе. Он к нам привык, мы к нему привыкли. Что-то замер. Ну, иди сюда ко мне. Вот так вот. Вроде бы и птица не домашняя, дикий голубь. А привыкаешь? Вот не стало половиночки его и Юли. И нам грустно становится, как будто чего-то во дворе не хватает. А птички копошатся, ищут себе травиночки, гнездышки вьют. Гуляет. Ну что делать? Жизнь продолжается. Такой крупный. Когда они вдвоем гуляли у нас во дворе, мы все время на них говорили: наши курицы. У меня еще в первых видео есть отрывочек именно вот с нашими голубями, когда они вдвоем были. Сегодня ночью у нас было всего 3 градуса. Я даже нежные уличные цветы все-таки прикрывала. Сейчас 9 часов утра, достаточно прохладненько. Солнышко светит. Это хорошо, что еще ветра нет. А я даже телефон держу, и у меня подстывают руки. Интересно за ним наблюдать. Ну иди сюда, иди поближе к нам. Вкусненько тебе там, да? Я вчера травку поливала.
ветер сушит землю. Дождь пройдет, и пару дней как будто ничего и не было. Ну а что? Я буду дальше заниматься своими делами. Ну а ты со мной побудешь. Не знаю, почему-то смотрела бы и смотрела, наблюдала бы и наблюдала за ним, если бы дела не звали. У меня даже на огороде, вот там, видите, покрывало висит на улице. Ну вот на этом маленьком пятачке. 4 еще помидорки сидят, растут. Так я набросила покрывало. Подумала, вдруг туман будет или... Жалко, если подморозятся верхушечки. Укрыла немножко. И цветочки тоже. Ну что, иду дальше. А голубок пошел гулять по дорожкам. Там в огородике. Вот идет. Видите, хозяйничает. Остановился. Посмотрел, все ли в порядке. Отправился. Интересно так. Ох, полетел.